Подготовка к капитальному ремонту идет в здании бывшего военкомата, в той его части, которую не коснулись разрушения. Рабочие готовят к стяжке полы. На улице Гоголя ремстроевцы обновляют пешеходную зону. На участке протяженностью 460 метров демонтирована старая плитка. Здесь будут заменены бордюры и уложено новое покрытие. На улице Краснодарской необходим пешеходный переход. Это поручение исполняющего обязанности главы Анапы. Прежде чем приступить к разметке дорожного полотна, ремстрой уложит 40 метров тротуара.